неожиданно для себя на стенде ЕЗ мы нашли Project R. Модульный девайс. Естественно, это не рабочий прототип, а просто муляж, но показывающий, что представляет собой эта модульная концепция. Отдельно камера, отдельно процессор, отдельно батарея, отдельно дисплей. Все это собирается на раме и радует пользователя. Непонятно, как все это будет в конечном итоге, найдет ли какой-то отклик у массовой аудитории. Но в любом случае, задумка очень интересная, имеет право на существование. И, честно говоря, я думаю, что такие телефоны здорово взбодрили бы индустрию. Пусть они будут нишевые, но зато хоть что-то такое действительно инновационное и новенькое. Спасибо за внимание.